Шановні колеги, усім доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого заходу – чи потрібні норми ГТО у фізичній підготовці сучасного військовослужбовця. Дозвольте вам представити наших учасників. Це Сергій Лещеня, начальник фізичної підготовки і спорту Національної гвардії України, та Сергій Зайцев, президент Всеукраїнської федерації військово-спортивних багатоборств. Будь ласка, пане Сергію, вам слово. Да, всім добрий день. Да, всім здравствуйте, добрий день. Какая есть на сегодняшний день проблематика в целом? Уровень подготовки и молодежи, которая призывается в силовые структуры, в армию. Есть объективные причины, есть субъективные, но находится на достаточно низком уровне. Причины, здесь очень много причин, начиная от законодательной базы, которая была потеряна, та система, которая была и которая сейчас есть. Мы на сегодняшний день имеем подготовку, уровень подготовки на такой посредственный. И силовой блок для того, чтобы выполнять программу боевой подготовки, соответствовать соответствующим требованиям, критериям и выполнять боевые нормативы, приходится адаптировать программу подготовки по ускоренной системе работать для того, чтобы можно было быть готовым выполнять те задачи, которые стоят для тех подразделений, которые существуют в силовом структуре. Дякую. А тепер Сергій Васильович, будь ласка. Да, это действительно проблемы очень сложные. И эти проблемы требуют комплексного решения. Значит, мы предложили один из вариантов решения в комплексе вопроса, связанного с подготовкой будущих защитников Родины. В настоящий момент, а это уже более 15 лет, совместными усилиями Министерства обороны, Министерства спорта, Министерства образования и нашей Всеукраинской Федерации проводится Всеукраинская спартакиада допризывной молодежи. Значит, это мероприятие, которое включает в себе 7 основных видов спортивно-военной направленности, которые необходимо обладать будущим защитником Родины. Это подтягивание, полоса препятствий, стрельба, плавание, бег 3 километра, бег 100 метров, метание гранаты. В настоящий момент разработана еще одна составляющая, так называемая профессионально-прикладная составляющая. Это 13 лет назад городскими властями в Харькове была создана система военно-спортивная игра «Патриот». Значит, это система, которая позволяет в полном объеме оценить уровень подготовленности учащихся к защите нашей Родины. Значит, состоит условно из 3 разделов. В эти разделы входят умение окапываться, умение вести себя на поле боя, стрельба, ориентирование на местности, поиск диверсионно-разведывательных групп противника, как вы сами понимаете, это сейчас очень актуально. Это знание основ рукопашного боя, это строевая подготовка и в полном объеме теоретические знания, которыми должны обладать наши будущие защитники. Значит, наша главная задача состоит в том, и это была выработана такая позиция совместно с Национальной гвардией, с Министерством обороны, с нашей федерацией, что учащиеся, которые заканчивают школу, должны быть адаптированы к службе вооруженных сил. Они должны быть уже подготовлены. И их служба должна начинаться не с того, что они будут осваивать азы, а это уже должны приходить туда люди, которые знают, зачем они туда приходят, и имеют определенные навыки. Это приблизительно первого года службы. Вот эту задачу мы поставили во главу угла с тем, чтобы без особых бюджетных затрат мы смогли решить государственную проблему, государственную задачу. Вот 16-17 числа мы проводим очередной этап. Сергей Викторович приезжает к нам, посмотрит.
Вот. И я думаю, что это получит резонанс и интерес в масштабах всей Украины. Дякую. Шановні журналісти, ви зараз зможете задати запитання і отримати відповідь, що вас цікавить більш. Так, мікрофон, будь ласка. Добрий день. Значить, ГТО, я Валерій Поліщук, робоча газета, Київ. ГТО – це калька з советского такого, да. А, то есть, ну, это вопрос номер один. А, второе. А, вы говорите часто о защите Родины. Какой Родины? Родина у нас одна. Родина у нас одна. Люди, которые могут с оружием в руках, имея соответствующие, скажем так, вот моральные устои, встать на защиту нашей Родины. Какой Родины? Нашей Родины, Украины. Локалька, да. Значит, смотрите. Ну, так скажем, ГТО – это рабочее название. Или еще нельзя сказать, что оно уже вот ГТО. Это аналог ГТО. Но мы с вами должны понимать, что сейчас очень динамично меняется ситуация. И те навыки, которые были достаточны 15-20 лет назад, сейчас они недостаточны. В корне нужно менять полностью подходы вот именно к оценке ребят, как, если говорить о военной тематике, как будущих, скажем, военнослужащих. И те нормативы, которые были актуальны несколько десятков лет назад, сейчас уже не актуальны. Запитання до пана Сергія Лищині. Скажіть, будь ласка, Катерина Шевцова, Українське радіо. Скажіть, будь ласка, який сьогодні у нас військовослужбовець, яким критеріям він повинен відповідати? Тобто, скільки разів він повинен підтягуватись, за скільки повинен бігти? Тобто, ви сказали, дуже посередній рівень. От, який зараз і який повинен бути, на вашу думку, як фахівця? Ну, если в целом взять, то уровень подготовки должен для выполнения боевых нормативов, время идет, совершенствуется, меняется ситуация, совершенствуется боевая техника, то на сегодняшний день наши нормативы, они должны быть ну, никак не меньше, чем были раньше. Потому что, чтобы выполнять, они достаточно на высоком уровне. Они и были, и мы их также постараемся удержать на определенном уровне. Ну, стандартное упражнение, это, которое мы оцениваем качество, это выносливость. Для разных возрастных групп и подразделений они разные, там или бег, или 3 километра, или километр, или 5 километров, или марш-бросок, это на выносливость. Это мы оцениваем быстроту, это бег 100 метров, там, или челночный бег, сила. Ну, для солдата срочной службы бег 3 километра, это на оценку отлично, это... Получается, у нас критерий, нижний критерий – это 13-20. 13, да, минут, 20 секунд. То же самое подтягивание – это стандартный вариант, это не, там, не менее 9 раз. 13 – отлично, 11 – 9. Ну, та же самая быстрота. А дальше уже в процессе, когда он проходит службу, и приобретать должен военно-прикладные навыки, в том в частности преодоление полосы препятствий общевойсковой и приемы рукопашного боя. Но опять же, для разных специфики подразделений у них есть свои требования и свои нормативы. Нет, это всегда. Если человек одевает, становится военнослужащим, то при встрече с врагом, то бишь он должен обладать навыками ведения боя, рукопашного боя. Да. Ну, если позволите, немножечко дополню. Значит, тут есть еще одна маленькая специфика. Учитывая то, что поменялась система защиты у каждого военнослужащего, то, что было, допустим, 10 лет назад опять, оно сейчас уже не работает. Мы недавно проводили
Занятия в Кончезаспе с представителями силовых структур как раз вот по прикладному, ну, можно сказать, рукопашному бою, хотя я называю, мне больше нравится всестилевому бою, потому что это немножечко отличается от рукопашного боя. И вот все то, что работало раньше, сейчас не работает. Бронежилет, шлем, защита, налокотники, наколенники полностью меняют всю структуру боя рукопашного, рукопашной схватки. Поэтому сейчас вот как раз нам очень приятно, что Национальная гвардия этим вопросом одна из самых первых силовых министерств заинтересовалась. Сейчас с нами разработана уже система прикладного боя для людей, которые отправляются в АТО. И 19 числа будут очередные, скажем так, вот семинарские занятия, где мы будем опять же обучать военнослужащих вот именно прикладному бою. Сама система поменялась, конечно. Хотя на начальном этапе для тех ребят, которые не имеют достаточного опыта, база остается везде одна и та же. Специфика, да, а база одна и та же. Тетяна Горбань, Радіо «Голос Києва». Я так зрозуміла, цей всеукраїнський «Спартак» – ось це і є розв'язання цього питання, як підготувати хлопців. Чи ні? Ну, скажем так, путей много, цель одна. Мы вам показали один из путей. Вот в настоящий момент спартакиада, она позволяет человеку подготовить себя в спортивно-военном плане. Полоса препятствий, как я говорил, метание гранаты, подтягивание, все это он умеет. И умеет на очень хорошем уровне. К примеру, некоторые ребята метают гранаты 600 грамм на 62 метра. Это очень хороший результат, поверьте. Вот теперь, если будет интерес вот военно-спортивной игре «Патриот», то мы вторую составляющую введем. Это так называемая военно-прикладная. Это то, что непосредственно необходимо бойцу на поле боя. Умение окапываться, умение разворачиваться в боевой порядок и прочее, прочее, прочее. Это чисто специфические такие навыки. Это самое для школярів, чи уже для выпускников? Чи... Значит, ну я скажу так, что в военно-спортивной игре «Патриот» ребята будут вот 16-17 с 9 класса. И как часто доведеться им брать участь? Потому что навчання, школа, у них свои испыты. Как это будет все сбегаться? И как это можно сгодить с Министерством освіти с этим вопросом? Я хочу сказать, что проблем особых нет. Занятия проходят по подготовке во внеурочное время. У нас очень хорошо развернута секционная работа. И вот как раз на этой секционной работе основные узловые моменты предстоящего мероприятия, они отрабатываются с нашими инструкторами. У нас инструктора аттестованы в системе военно-спортивных наборов. Ведь все эти мероприятия, о которых мы говорим, это относится к військово-спортивным богатоборствам. Это федерация, имеющая статус национальный, ну и прочее, прочее, прочее. Есть специально подготовленные специалисты, которые работают целенаправленно во внеурочное время с детьми. За исключением школьной программы, это то, что касается теоретических положений строевой подготовки. Это есть в школьной программе. Это уровень их усвоения материала. И еще вопрос, территориально, это как будет здійснюватися? От, примером, Киевская область. Куда хлопцам нужно ехать? Как это? Знаете, я хочу сказать так, что в Киевской области очень сильная наша структурное подразделение в Ирпене. И вместе с областным управлением образования они проводят это мероприятие на очень высоком уровне. Вот если вы говорите о Киевской области. По другим регионам также это все дело проводится. Но хотелось бы, чтобы это было соединено единым замыслом. Чтобы это была действительно комплексная программа, которая решала бы, ну я не говорю все, но подавляющее количество проблем. Разрешите дополнить, я бы хотел бы немножко, так, у нас, мы заинтересованы в качественном материале, непосредственно в ребятах, которые занимаются разными видами спорта, потому что функционально есть три критерия готовности, которые определяют вообще общую готовность. Это физическая готовность, психологическая готовность и специальная материально-техническая готовность, как бойца, так и подразделения. Так вот, два из них это непосредственно связаны, соприкасаются именно с нашим предметом, предметом физической и специальной подготовки. И здесь те ребята, которые занимаются независимо разными видами спорта,
особенно которые, допустим, не олимпийскими видами спорта, которые раньше были прикладными, которые сейчас нет, это люди уже более адаптированы для службы в армии. Поэтому мы заинтересованы вот в этих ребятах, потому что на них практически они уже обучены, время на их подготовку уже не надо, они приходят достаточно на хорошем уровне подготовки. И психологическая подготовка, это, допустим, это те же виды борьбы, единоборства, которые с детства ребята занимаются, мальчики, девочки, вернее, мальчики, допустим, выходят на поединки и вот так вот участвуют в соревнованиях. И, то бишь, для него вопрос психологии, он в этом плане лучше подготовлен психологически. Поэтому это хорошее... То бишь, ребята, которые приходят в армию. Такая же, если он не попадает в армию, то это он же идет здоровым человеком на производство. И он несет здоровый образ жизни. Поэтому, я думаю, это в целом государственная программа. Она должна работать. И она должна реально работать на сегодняшний день. Я прошу прощения, хочу добавить. Значит, вот, ну, скажем так, вот при разговоре с представителем Министерства обороны Национальной гвардии, мы пришли к четкому пониманию того, что профессиональными становятся не тогда, когда подписали контракт на выполнение определенных там служебных обязанностей, а профессионал – это целая система подготовки, которая идет не один год. И вот наш опыт – это как бы одна из составляющих вот этой комплексной системы подготовки. Хороший профессионал, который мог бы действительно быть профессионалом силовых структур, он воспитывается далеко не один год. Поэтому это на самом деле действительно очень сложная проблема, и мне очень приятно, что решает она не только допризывную подготовку, но и дальнейшего, скажем так, вот, профилирования наших ребят. Если это стає питанням держави, то тобто ця підготовка вона має стати для кожного юнака загальнообов'язковою. Як це буде збігатися зі шкільною програмою? Бо там так само є і фізкультура, і захист вітчизни. Чи це не буде перевантаженням? Значить, от ви дуже хороший питання задали. Я, чесно говоря, ожидав його. Значить, все те, що стосується воєнно-спортивної гри «Патріот», так називаємо воєнно-прикладної составляючої, все тільки з учебної програми. На 100%. Это просто этому предмету уделено больше внимания, и мы для того, чтобы был соревновательный процесс, соединили все это единым замыслом. Никаких дополнительных занятий, никаких дополнительных мучений для ребенка не будет. Только то, что написано в учебной программе. І ви ще сказали, що це секційна робота. Скажіть, будь ласка, чи змушені будуть платити, ну, батьки там, да, за своїх учнів? І все ж таки, ну, будь ласка, можна трішечки докладніше розказати, як ви бачите, як це буде по всій Україні задіяно? Ну, по Києву, Київській області зрозуміло. А от саме, як це буде запроваджено в усій Україні, в усіх областях? І не просто областях, а навіть по селах. Чи це розраховано тільки на міські школи? Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Спасибо. Значить... Как это будет, начну как бы с вашего позволения со второй половины вопроса, как это будет проходить по всей территории Украины? Значит, то мероприятие, которое сейчас называется «Спартакиада допризывной молодежи», будет расширено. Это будет не два отдельных мероприятия, это будет одно мероприятие, но опять, если как бы будет в этом интерес, это будет одно мероприятие, но состоящее из двух разделов. В настоящий момент вот эта всеукраинская спартакиада допризывной молодежи, она проходит не только в городах, в районах, в городах областного подчинения, в областях, и уже четвертый этап – это всеукраинские соревнования. Для того, чтобы выступить в районе, проводятся и более низкого уровня мероприятия школьные. Вот, допустим, по «Патриоту» проводят даже внутри школы. По поводу секционной работы. Значит, ну скажу так, тут нельзя сказать, что есть однозначное решение. Дело в том, что большое количество людей, которые у меня являются инструкторами, это мои ученики, они ведут секционную работу в соответствии с теми тарифными ставками, которые есть в системе образования. Естественно, это за бесплатно.
Чи є ще запитання? Ну, скажем так, несколько месяцев назад обсуждали, по-моему, 3 месяца назад, обсуждали мы этот вопрос, на котором присутствовала Национальная гвардия, Министерство обороны, Министерство освиты, Министерство спорта. Учитывая то, что это мероприятие, ну, скажем так, вот довольно сложное, не в финансовом плане, а в организационном плане, было принято решение посмотреть, как оно пройдет. И тогда уже принимать, скажем так, вот решение, будет, не будет. Министерство образования нас поддерживает, но в большей степени нас поддерживает Министерство обороны и Национальной гвардии, ну и Министерство спорта. Вы должны немножко тоже понимать, что у нас мы сотрудничаем со многими федерациями, особенно которые имеют больше направленность прикладную, потому, допустим, и такие, как и федерации рукопашный бой, где готовят ребят, и универсальный бой есть, и у нас поэтому и в этом плане у нас идет тесная такая вот рабочая обстановка, хорошая работа. А вот, допустим, та работа, которую мы сейчас, Федерация военно-спортивных многоборий, мы вот, допустим, я присутствовал недавно на чемпионате Украины, я посмотрел, какой охват, объем людей, и чем мне, допустим, я заинтересован, мы, допустим, вот, сотрудничаем с Федерацией, там практически все виды спорта, которые у нас есть в программе боевой подготовки у военнослужащего. Та же полоса препятствий есть у солдата, его учить не надо. Те же метания гранаты тоже учить не надо. Те навыки, которые есть вот в этом виде. Поэтому, да, плавание, стрельба и те качества, которые непосредственно нужны, бег там, на выносливость, на быстроту, силовой блок, который присутствует, он уже четко отработан в этой федерации. В других федерациях аналогично, допустим, федерация рукопашного боя, это ясно, это подготовка ребят, это общефункциональная подготовка, те навыки, которые нужны, в частности, рукопашным боем. Универсальный бой – это тоже вид очень интересный, которому мы тоже определяем этому большое тоже внимание. Это полоса препятствий, стрельба, метание и поединки в ринге. И федерации, которые связаны со стрельбой непосредственно, тоже, потому что это навыки, которые люди уже умеют стрелять и, в общем-то, работать. Поэтому, а вообще, многие федерации, которые, где есть функциональные какие-то и определенные навыки, мы, это очень хорошо, потому что самое главное, что приходит здоровый человек с готовыми уже навыками, которые легче обучаемы и ему дают специальную тактическую направленность подготовки, другие предметы, и он становится профессиональным военным. Программа «Служу Украине», Виталий Панов. Хотел вопрос такой задать. Если человек подготовлен уже, боец, у которого есть определенные знания в единоборствах тех же, он хочет стать частью, ну, назовем так, вашей команды, вот, приходить и обучать вот эту вот молодежь, допризывную, так называемую, подготовку юношей проводить, то есть возможность к нему стать вашей частью, или же он идет дальше тренировать где-то в обычных школах, в обычных секциях? Спасибо за вопрос. Но тут нужно четко понимать, тренировать либо допризывную молодежь, либо представителей силовых структур. Как я говорил, это абсолютно разные задачи, абсолютно разные подходы. Если, допустим, тренировать военнослужащих. Сегодня было совещание в Министерстве спорта, и там как бы поддержали мою позицию о том, что прикладной бой и неприкладной бой – это разные вещи. Поэтому для того, чтобы готовить людей на поле боя, нужно иметь соответствующий уровень подготовки. И далеко не всегда спортсмены его умеют. Какими, да, какими они не были бы единоборцами. Там все совсем по-другому.
Совсем по-другому. Если речь идет о подготовке детей, то здесь тоже нужно понимать, что вот тот рукопашный бой, о котором я говорил, это маленькая-маленькая составляющая. Он еще должен знать тактику, он должен знать строевую подготовку, он должен знать огневую подготовку, он должен знать спортивное ориентирование, он должен знать еще много-много-много чего он должен знать. Если он будет удовлетворять всем этим требованиям, либо как минимум он готов обучиться и участвовать в общем процессе, всегда, пожалуйста, милости просим. Я вот буквально дополнение к этому вашему вопросу, то кто сегодня имеет право и имеет право заниматься учебным процессом? Это человек, есть требования как преподавателю, так и инструктору, это его специализация и его образование. Потому что это непосредственно предмет, связан с жизнью и здоровьем человека, поэтому для этого должно быть специальное образование и специальная специализация. Еще такой вопрос вот по поводу игры «Патриот». В той же Харьковской области, извините, когда учился в школе, у нас были наподобие игры, которые назывались «Зорница». Туризм был у нас, куда мы выезжали, школой, от школы представители, то же самое. Ну, некая параллель такая есть, существует. И вот хотел бы узнать, почему тогда это не сработало, а сейчас это должно сработать. А это сколько лет назад было, простите? Около 15 лет назад. Ну, 15 лет назад я еще был не в Харькове. Это одно. И я хочу сказать, что военно-спортивная игра «Патриот» рождалась на тот момент. Вокруг меня были, я сам бывший военный, вокруг меня были военные. Мы как бы четко понимаем, что нужно. Мы понимаем, что просто хождение по азимуту, это, ну, хорошо, но не совсем то, что надо. И вот, да, и вот именно тогда мы смогли вот это все соединить единым замыслом. Оно сработало не сейчас, оно сработало 13 лет назад. Ну, естественно, был какой-то определенный адаптационный период, где мы как бы смотрели, как оно пройдет. Но последние 6-7 лет проходят все эти мероприятия без каких бы то ни было изменений. Это уже накатанная система. Видимо, тогда еще, ну, не сложились те условия, эта ситуация. А в чем основная сложность на данный момент? С чем приходится сталкиваться? В проведении или в чем? Да, в проведении. Ну, как-то, может быть, городские администрации не идут навстречу. Вы знаете, я вам должен сказать, что вот как раз городская администрация... Ну, мы начинали 13 лет назад. Это было очень давно. Вот. Тогда, наоборот, не то, что тормозили, наоборот, способствовали всему этому. Ну и сейчас не тормозят, сейчас тоже способствуют. То есть вот то мероприятие, которое мы будем проводить, это действительно емкое мероприятие. Там задействованы все. И представители и силовых структур, и административные органы власти, и, то есть все. И наша федерация как одна из главных составляющих. Ну, я скажу, что это святое дело. Тут, я не знаю, если ставить палки в колеса в этом направлении, то, наверное, это будет неправильно. То есть поддержка есть. Поддержка Министерство есть, всяческая. Способствует как-то проведением этих... Министерство обороны и способствует, и Национальная гвардия способствует. Одна из, скажем так, вот точек, ну, скажем так, учебных точек, которые там будут, это как раз вот будут бойцы АТО, будут показывать вооружение, которое, стрелковое вооружение, которое используется. Будут там представители разведки, которые будут рассказывать о том, как это на самом деле все проходит. Мы их пригласим на полевые наши учения. Они посмотрят, насколько это действительно реально. Почему? Потому что истинно последняя инстанция – это они, люди, которые сейчас прошли через горнило войны. Поэтому это как бы само собой подразумевается. И Министерство обороны проводится на их базе. Они помогают нам проводить стрелковую, огневую подготовку. То есть здесь вот как раз, вот понимаете, тот случай, когда все органы власти и силовые структуры действуют для достижения одной общей цели. И общественная организация. Это вот мне кажется, что это как бы очень важно. Министерство обороны способствует, власти способствуют и так далее. А сама молодежь отзывается на ваши инициативы? Вот это, по-моему, это самое главное в этом вопросе. Вы знаете, я вам предлагаю приехать и посмотреть. Такое мероприятие, которое проводится, и тот запал, который у ребят во время этих соревнований, я хочу сказать, что я
много видел, но такого, скажем так, вот желания победить я не видел давно. Молодежи очень нравится. Действительно, у нас молодежь золотая. Нужно только заинтересовать и в нужное направление их пустить. И все будет хорошо. И не мешать. И все будет хорошо. Если кто-то сомневается, милости просим, суббота, воскресенье. Можете даже инкогнито, чтобы не думали, что это именно сделано для какой-то отдельной персоны. Посмотрите, это действительно интересно. Да, может быть, какие-то вопросы там будут недостаточно хорошо отработаны, но там, где имеешь дело с людьми из большой организации, вы сами понимаете, что не бывает так, что все без сучка задоринки. Но я думаю, что на 99,9 периоде мы задачу выполним. Приезжайте, посмотрите. И на тех ребят, которые будут рваться к победе и с флагом своего района атаковать передний край противника. Это вот то, что называется так специальной игрой. Там у них такая составляющая. Они с флагом своего района атакуют передний край противника и водружают свое знамя на позиции врагов, скажем так. Питання щодо фінансової сторони цього. Є викладачі, потрібні приміщення, потрібні якісь спортивні атрибути. За рахунок чого це буде фінансуватися? За рахунок грошей батьків чи якісь благодійні внески? Ви знаєте, от якщо вам зараз скажу, що гроші тратяться на кубки, 3 кубка і 33 медалі. Всі люди, які привлекаються до цього мероприятию, працюють абсолютно безплатно. И я в Министерстве спорта говорил, что не нужны сумасшедшие дорогие проекты, не нужны. Все можно сделать просто, имея хорошую эффективность и имея желание. Никаких там поборов с родителей нет этого. Это мероприятие не затратное, но очень резонансное. Вот я вам хочу сказать, что я перед тем, как сюда приезжать, я в департамент образования узнал, какой охват в год. 8 тысяч детей только по Харькову в год. А если умножить на 13 лет, это получается внушительная сила. А какая количество детей занимаете в Киеве и в Киевской области? Ну, я как бы президент Всеукраинской Федерации. Я могу вам сказать так вот, навскидку. Значит, ну, я думаю, что не меньше 300 человек. Почему? Потому что в спартакиаде до призывной молодежи у меня проводит преподаватель Ирпенской академии налоговой. Участвует там порядка 400 или 500 человек. Ну, я боюсь ошибиться, ну, где-то вот такой порядок. Дякую. Чи є ще запитання? Будь ласка, передайте микрофон. Телеканал УТР, Наталія Шевченко. Скажіть, будь ласка, я отак хочу зрозуміти до кінця. Ця програма, вона вже реалізовувалась раніше? І от це, що відбудеться на вихідних, така гра. Як туди записуються діти? Яка вікова категорія? І ще питання, якщо ви кажете, що це буде відбуватися як шкільна програма в майбутньому, чи буде також у вищих навчальних закладах це відбуватися? Дякую. Ну, давайте я почну з того, насчет вищих учебних заведень, не знаю. И не могу пока сказать, почему, потому что мы сейчас вот на, я не хочу сказать на первом этапе, на втором. Высшее учебное заведение – это более высокий уровень. Это первое. Второе. Категория детей. Значит, мы специально не ставили препонов в возрастной категории. Но это школьники, это не старше 11 класса. Но дело в том, что для того, чтобы нормально там выступить, там нужно знать школьную программу предмета «Захист вітчизни». Он частично изучается в 9 классе, но только частично. Поэтому 9, 10, 11 классы, в зависимости от того, какой уровень подготовки они имеют. И по поводу отборов. Значит, занятия, вернее, это мероприятие имеет несколько этапов. Первый этап – в школе проводятся школьные соревнования. Школа выставляет свою команду на районные соревнования. Проводятся районные соревнования. И районы выставляют сборную команду уже на городские соревнования. То есть идет система этапности. Вот именно таким образом 8 тысяч набирается. То есть это не значит, что 8 тысяч участвуют в финальной части. Финальная часть – 99 человек. 10 члены команды основные, один запасной.
Ну, якщо запитань більше немає, то дозвольте нам закінчити нашу прес-конференцію. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.